На календаре 3 сентября, и второй курс СПК начинает свое обучение в профильных подразделениях колледжа. Здесь студенты освоят свои профессии и специальности. Уже сегодня новые второкурсники познакомятся с новыми кураторами и учителями, а также с группами или встретятся со старыми товарищами. Я закончил первый курс очень хорошо. Я рад своим результатам. У меня есть планы на второй курс. Это для моей специальности освоить сначала теорию и затем практику. Я поступил в ту группу, которую я захотел. Мне она очень понравилась. Принесла много успехов для коллектива и взаимопомощи. И я рад, что я нахожусь в 742-й группе.